При правильном использовании гидротерапия оказывает колоссальный позитивный эффект и не имеет побочных действий. А как ею воспользоваться правильно, вы узнаете из серии наших видео «Гидротерапия дома». Холодный компресс. Показаниями к этой процедуре будет высокая температура тела, головная боль, ушибы, растяжение, а также учащенное сердцебиение. Противопоказания – раны и непереносимость холода. Из инвентаря вам понадобится полотенце, холодная вода и лед. Смочите полотенце нужного размера в холодной воде, отожмите так, чтобы с него не капала вода, но все-таки, чтобы оно было достаточно влажное. Этот компресс вы можете положить на голову человеку, если у него высокая температура, или положить на область сердца, если пульс выше 80 ударов в минуту. Прежде чем применить эту процедуру на себе, посоветуйтесь с вашим лечащим врачом. Будьте здоровы!